Здравствуйте, уважаемые подписчики и те, кто смотрит этот видеоролик. Я решил записать все-таки для вас видео и ответить на все ваши вопросы о том, как я зарабатываю в сети, какую программу использую для этого, так как чисто физически у меня времени уже не хватает, чтобы всем вам писать по отдельности на почту. Я решил все-таки записать видео и дать вам ответы на все ваши вопросы. Тут я подробно покажу, откуда берутся такие суммы у меня каждый день, как их вывести на свои карты или на Яндекс, или на WebMoney, ну и в принципе на любые ваши электронные деньги, да. Ну, собственно говоря, какой софт я использую, также покажу. И где можно скачать эту программу, также вам покажу все подробно. Итак, смотрим внимательно, чтобы не упустить маленьких деталей. Значит, зарабатывать можно, используя программу, более 3000 рублей в день. Вы это могли заметить по моему кошельку Яндекс.Денег. Давайте теперь я вам покажу, какой софт я использую для этого, точнее приложение. И как, собственно говоря, скачать приложение, установить себе на компьютер и начать зарабатывать. Значит, скорее всего, вы будете сейчас находиться на вот таком вот сайте, где небольшая есть реклама о том, как зарабатывать вот 3000 рублей в день. Значит, везде на этом сайте раскидана вот такая ссылочка Download Now. Здесь вы можете скачать это приложение и установить себе его на компьютер. Тут даже подробно показано скриншотами, как это все сделать. Вот. Но давайте пройдем по порядку. Я сам скачаю его на свой компьютер. Я его удалил специально для того, чтобы вам показать, как это делается по порядочку. Ну, чтобы вы, соответственно, повторили мои действия и тоже не ошиблись. Значит, для начала хочу сказать, на чем зарабатывает эта программа и каких она требует наших усилий. Значит, после того, как мы нажмем на кнопку Download Now, давайте нажмем на нее. С левой стороны у меня вот появится закачанный файл. Зависит от того, какую операционную систему вы используете, у вас она может появиться либо наверху, либо тут запросить у вас разрешение скачать. То есть, да, у меня Windows 10 стоит, я скачиваю его сразу в папку загрузки. У вас она может закачаться в другое место. Ну, то есть, чтобы вы не думали, что у вас точно так же скачается это приложение, да? Значит, после того, как вы скачиваете это приложение, вам нужно его установить. Для того, чтобы его установить, нажимаем на сам файл или где он у вас будет. Он у вас запросит разрешение этому приложению установиться на ваш компьютер. Поскольку приложение само не скачивается часто, вирус может ругаться. Допустим, мой не ругается. У кого-то он может ругаться. Не обращайте на это внимания. То есть, вирус ругается не то, что это вирус, а скорее всего из-за того, что программу редко скачивают и антивирус не может распознать это приложение. Но, тем не менее, это приложение не является вирусом. Установить его достаточно, нажав на кнопку «Да». Сейчас мы посмотрим, он загружается, да? Вот смотрите, здесь очень важно заметить момент, что приложение, вот само, вот видите, оно установилось и ушло в трей, то есть оно скрылось. То есть больше никаких действий не нужно делать. Почему? Объясню. Потому что сейчас мы попадем в личный кабинет, и наш личный кабинет будет взаимосвязан с этой программой на вашем устройстве. То есть здесь никаких замудренных установок не нужно делать. Скачали, установили. Буквально там одним-двумя нажатием кнопки «Да» или «Разрешить». Все, приложение установилось, теперь оно на вашем компьютере будет каждый день. Даже если вы выключаете компьютер, не выключаете, оно работает в фоновом режиме. Значит, объясняю простыми словами, на чем зарабатывает это приложение. Представьте себе, что тысячами пользователей, да, вот сегодня решили создать свой сайт. И, соответственно, для того, чтобы его раскрутить, они должны его как минимум разместить в каталогах Яндекс, Google и так далее. То есть в большинстве поисковиков, для того, чтобы
их сайт оптимизировался с поисковыми запросами, простыми словами, да? Для того, чтобы это не делать вручную, заказчики, то есть в данном случае владельцы тех или иных сайтов, заказывают у софта, ну то есть у владельца софта Erin Guides услугу, которая позволяет автоматически оптимизировать их сайт, ну их новый сайт, оптимизировать с теми или иными поисковиками, за что они оплачивают деньги владельцу Erin Guides, ну а соответственно разработчику оплачивает нам, поскольку используют ваше устройство. То есть, простыми словами, тысячами пользователей сайтов заказывают у разработчика Erin Guides услугу оптимизации их сайтов. Ну и, соответственно, мы с этого с вами получаем такие вот большие деньги. То есть, 3000 и 8000 рублей в день – это очень маленькая сумма для владельца данного приложения, потому что для того, чтобы продвинуть свой сайт в сети, вы наверняка сами знаете, что это стоит, ну, минимум 1050, да? А если их в день, получается, 1000 пользователей сразу заказывают эту услугу, то, ну, соответственно, на всех компьютерах или устройствах, где установлено это приложение, начинается автоматическая работа с оптимизациями сайтов, соответственно, мы с этого получаем моментальные выплаты. Итак, давайте посмотрим, как это работает на деле и как, собственно говоря, мы сейчас на ваших глазах выведем более 3000 рублей. Итак, после того, как вы скачали и установили приложение, ссылку можно найти на этом сайте в любом месте, вот, нам нужно попасть на вот эту вот ссылочку справа от третьего пункта, то есть после запуска программы перейдите по ссылке справа. Мы переходим по ссылочке справа и попадаем в регистрационную форму для заполнения наших данных для дальнейших выплат. То есть, чтобы вы понимали, софт приложение, да, оно уже установлено на нашем компьютере. Нам сейчас важно просто синхронизировать наши данные с этим приложением. Прописываем наше ФИО. Заполняем все данные, логин вводим с примером, например, там user 1, 2, 3, да, ну мы можем любой придумать, да, допустим, так, на английском языке, здесь мы выбираем способ для вывода средств, например, мы на данный момент я выберу Яндекс.Деньги. Соответственно, сюда, где нужно ввести номер кошелька или карты, я введу свой номер карты. Итак, скопировали, вставили номер кошелька Яндекс.Денег. И тут нужно поставить галочку, что мы согласны с тем, что верно заполнили данные, и что согласны оплачивать 3% от заработанной суммы владельцу программы Erin Guides. Дальше нажимаем «Синхронизация данных». Спасибо, ваши данные сохранены. Нажмите тут для перехода в личный кабинет. Нажимаем ОК, ОК и переходим в личный кабинет. Теперь пошел запуск программы. То есть приложение запускается. Сейчас моментально оно просто, вот видите, здесь успешно запущено. Распределение сайтов запущено на площадках Google, Яндекс, Yahoo, Mail, поиск. Ждем. Ждем, пока оптимизируется. Оптимизация распределения сайтов с приложением завершено. Теперь нам осталось вывести средства. На данный момент он завершился на площадках Google, Яндекс, Yahoo, Rambler, Mail и, точнее, Mail поиск. Так, заработано было 5120 рублей приложением. То есть, чтобы вы понимали, что сейчас произошло. В самом приложении, синхронизированное с нашими данными, в фоновом режиме, где-то у вас там, да, то есть, где вы не видите на компьютере, произвело оптимизацию одного или двух нескольких сайтов на вот этих вот площадках. То есть, соответственно, заказчик добавил спокойно свой сайт в поисковики, и владелец приложения Erin Guides с этого сейчас получит буквально 3%. Нажимаем «Получить выплату». Так, успешно средства с баланса приложения Erin Guides успешно переведены на кошелек Яндекс.Деньги. Собственно говоря, вот и все.
То есть теперь, когда вы мне будете писать на почту с вопросами, какое приложение я использую, как я зарабатываю, как я вывожу средства, я вам записал видеоролик, вот вам, пожалуйста, сайт, на котором я скачал это приложение. Здесь подробно описано, что из себя представляет это приложение, как его установить в два клика буквально, как зарегистрироваться в системе и как, собственно говоря, запустив приложение, вывести свои заработанные деньги. На этом все, дорогие друзья.